Маркетинг-план проекта Binex. Binex представляет из себя многоуровневый бесконечный бинар с автоматическим клонированием ваших аккаунтов. Давайте рассмотрим его подробнее. Для удобства понимания, давайте разделим бесконечный бинар на 5 уровней, где мы имеем 32 места в пятой линии. То есть вся работа системы состоит из взаимодействия каждой из них между собой. Мы рассмотрим тариф третьего бизнес-уровня за 400 рублей. Сразу после покупки уровня у вас появляется аккаунт и свободные места под ним. Ваша матрица заполняется по порядку слева направо. Заполняется она вашими лично приглашенными, клонами или переливами от людей, которые стоят выше вас по структуре. С каждого, кого вы пригласили, вы получаете 50% от входа. В нашем случае это 200 рублей. Остальные 200 рублей распределяются по 10% на 5 уровней вверх. Точно так же и вы будете получать выплаты из глубины с каждого по 10% от стоимости входа, даже если партнеров приглашаете не вы. Выплаты с матрицы поступают на два баланса. Первый баланс – для вывода средств из системы. На него поступают реферальные и каждый нечетный платеж с матрицы. Второй баланс – это баланс для создания клона. На него поступают четные платежи с матрицы. Как только на балансе для клона набирается 10 платежей, у вас создается клон и встает к вам в матрицу, как ваш лично приглашенный. За него вы получаете реферальное вознаграждение и выплату с матрицы. И с этого момента вы получаете выплаты и на аккаунт, и на клона, а это в два раза больше. С ростом вашей структуры количество клонов растет в геометрической прогрессии, а с ними и ваш доход. Точно так же работают и остальные тарифы, на которых ваш доход будет еще больше. Попросите ссылку на регистрацию у человека, который показал вам данное видео.